Привет, планета Карас! Привет, партнеры! Привет, гости! Всем доброго утра! Мы рады вас приветствовать сегодня на большом мега-событии компании Kairos Planet, которая состоится уже начинается 2 апреля 2016 года. Это историческое событие. Город Киев. Можете поаплодировать. Итак, сегодня на сцене целый день с нами экзекутив компании Kairos и наш вышестоящий куратор Андрей Слуз. Приветствую моего помощника Алексея Сукачева. Ну что, поработаем, пообщаемся? Окей. У нас сейчас будет презентация международного проекта компании Kairos Planet, и проведут ее топ-лидеры и даже директора по маркетингу, директор по маркетингу компании Kairos. Об этом мы сейчас будем говорить. То есть будет очень насыщенное мероприятие. Добрый день, друзья. Рад приветствовать в зале. Огромная благодарность всем, кто сегодня посетил наше мероприятие, проделал большой путь. И я думаю, что та информация, которую вы сегодня получите, будет ценная, полезная и пригодится в жизни. А те, кто примут правильное решение, позволит им действительно изменить качество жизни, действительно развиваться в направлении успеха и достигать больших высот. Вот это вот продукт, который позволит любому человеку общаться через интернет полностью в безопасном зашифрованном режиме. Внимание! Директор по маркетингу! Один из основателей компании Kairos Planet Атакан Карлиев! Компании Kairos 123 тысячи партнеров. На сегодняшний день с компанией Kairos 44 страны, где мы присутствуем. На сегодняшний день компания Kairos преодолела оборот в четверть миллиарда долларов США. Возьми паузу и подумай. Но когда ты вернешься через год, может быть, мы тебя не вспомним. Не потому, что ты плохой, а потому, что нас будет через год миллион. Подготовь себя, разобраться во всем и принять решение, которое, я уверен, поменяет твою жизнь и жизнь твоих детей. Спасибо, до встречи. Сейчас самая интересная часть. Thank you.
Спасибо, Закарпатская область. Почему Кайрос? Потому что он дает все. В двух словах хочу сказать. Кайрос – это все. Потому что если вы сделали правильный выбор, тогда все в ваших руках. Можно так сказать. Делайте правильный выбор. Супер, спасибо. Эдерзияк Светлана, Ужгород. Я хочу поблагодарить... Хочу поблагодарить своих вышестоящих спонсоров, Ирину Андреевну, Геннадия Петровича. Я благодарна этим людям за то, что в прошлом году, в августе месяце, они пригласили меня в эту компанию. И вот на сегодняшний день у меня пассивный доход в $1000. И это пассивно, это только работают мои компьютеры. И я счастлива, что Кайрос есть в моей жизни, потому что все мои мечты сбываются в нем. И я вам желаю тоже, присоединяйтесь. Прекрасная компания, надежная и дает нам уверенность в завтрашнем дне. Спасибо большое. Любовь Скіп з Львова. ПК взяв в кінці липня, але активно почав працювати з грудня. І дякую компанії за таку можливість і буду оцелювати наступний рівень. Дякуємо. Здравствуйте, меня зовут Ольга Корчемкина, я из города Харькова. Я хочу сказать большое спасибо Алексею Сукачеву и Андрею Сусу за то, что они пригласили меня в этот бизнес и за круглосуточную помощь, которую оказывают в достижении успеха не только моего, а и в общем нашей всей большой команде. И, конечно, я хочу сказать большое спасибо всей моей команде, потому что результат мастера самостоятельно не делается, он делается только в команде. И хочу сказать большое самостоятельным лидерам, это, конечно, Виталий Горбенко и всей ее команде, Наталье Литинской, всей ее команде и команде Ройса и Марины Кисляк. Хочу сказать большое спасибо команде Юрия Барабанова, Наталье Фейслер. И каждому желаю максимально быстро выйти уже на эту сцену в квалификации мастер. И мне очень приятно передать сейчас слово Виталию Горбенко. Это мой первый мастер. И я хочу, у меня есть такая традиция. Тех людей, которые в моей организации достигают квалификации, начиная с менеджера, я считаю, это уже настоящие бриллианты. И когда они достигают менеджера, сеньор-менеджера, мастера, я всегда им, у них уже, у некоторых есть коллекция бриллиантов. У кого-то поменьше, у кого-то два, у кого-то три. И вот сейчас я хочу максимальный бриллиант, который у меня есть сейчас в команде, вручить Виталию Горбенко. Пожалуйста, Юр, помоги мне. Виталя, а я тебе сейчас передаю слово. Представьте, какой бриллиант, если... Бриллиант, я хочу сказать пару слов. Боже, заикаться начал. Спасибо громадное. Ребята, я вам скажу честно, $1000 это так ерунда, а вот бриллианты, значки, это ж вообще. Спасибо громадное. Ребята, я сейчас тоже скажу спасибо своей команде. Без них действительно никогда бы я не закрыла этот статус. Часть из них находится сейчас в зале в этом. Я прошу их поаплодировать. Блядь, заикаться вообще, Спасибо громадное. И, конечно же, громаднейшее спасибо это моим спонсорам, это Олечке Корчемкиной, это Алексею Сукачеву, где-то спрятался, любимый спонсор, это Андрею Сусу, ну, а Такару отдельное спасибо, не знаю за что, но я его люблю. Геннадий Харченко, город Харьков. Когда говорят нечего, я хочу добавить то, что сказали ребята. Ну, а лично хочу поблагодарить свою команду. Спасибо, ребята, вы молодцы, и вместе мы достигнем больших вершин. И отдельная благодарность своим спонсорам, и спасибо, что пригласили в этот бизнес. Это Александр Кальницкий, Александр Струков. За их поддержку, за их помощь. Без поддержки спонсора и без моей команды ничего бы это не было. Ну, а почему Кайрос? Потому что это, я считаю, что это лучшая возможность на сегодняшний день в мире, и я лучше еще не слышал. Спасибо, Кайрос. Спасибо вам большое, друзья. Аплодисменты нашим мастерам.